Итак, я пытался запустить серию одну, записать, где мы убивали эндердракона, но серию не получилось именно записать по одной причине. Я не буду ее говорить, но простите, смотрите эту серию. Итак, я убил эндердракона, капец, сейчас мы... Итак, начинаем. Да, здравствуйте, дорогие подписчики. На канале Хайпмай, и сегодня, как вы знаете, я не смог записать серию, но мы убили эндердракона и появились тут с яйцом эндердракона. Черт возьми, оно тпхнулось. А давайте тогда создадим еще одно яйцо. Берем. Это нам нужно только два яйца. Все. Одно я поставлю на верстак. Оказывается, тут было яйцо вместе со мной. То есть это... А, яйцо туда телепортировалось. Ну, мне пофиг. Давайте... И одно яйцо я хочу поставить сюда. Все. Что теперь? Мы убили... Закончили Майнкрафт, убили эндердракона. Даже не знаю, куда сходить-то. Сюда, что ли? Ну, тут оно не работает. Я не знаю, но это не должна быть последняя серия. Я попытаюсь найти мод, который может дополнить наше прохождение. Не знаю, но сейчас чем я хочу заняться? Я хочу... Чем? Пострадать? Ау. О, боже мой. Не знаю, что мне делать. Так, у меня одно хп. Во всяком случае, а давайте... Вроде бы пока тут ничего интересного такого и нету. Что не странно. О, крылья. Как крылья-то? Я просто хочу, вот как бы это... Может быть, последняя серия этого похождения, а может быть и нет. Может, я скачаю какой-то мод. Ну, мне пофиг уже на вещи. Давайте я возьму, ну, просто посмотрю, какие вещи мы не трогали. Чё за куб? Я понял, нас просто подкидывает вверх. А, типа это повышение уровня. Понятно. Я не знаю, это как все-таки конец, я думаю, стоит попрощаться. Может, я найду какой-нибудь еще мод, но... А так это все. С вами был я, Хайрбинай и Майнкрафт. И может быть это последняя часть. Всем пока!